Небольшой анонс перед началом. В Дискорде я провожу розыгрыш на месячные подписки каждый день. Подробную информацию ищите в разделе Drawing Subscriptions. Сегодня выложу подарочную ссылку во время выхода этого видео. Теперь к стратегии. База у нас Large Cluster, Jewel, Lightning Damage. 75-83 по этому левел, 8 пассивок. Теперь к симулятору. Ну, ссылочку на импорт для симулятора я выложу. Комбинации тут 23, по-моему. Все они старался их выбирать, чтобы стоили больше двух диванов. Как мы видим, оврага 1200 альтов примерно, 10 экзов. В чем тут основной смысл? Нам очень часто попадается комбинация Prismatic Heart, Widespread Destruction и Scintillating Idea. Практически в 50% случаев она у нас попадается, ну там 40-50. Вот, она стоит в районе 6 диванов, может чуть больше, может чуть меньше, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. И эта комбинация перекрывает ваши затраты на крафт. То есть вы, условно, 10 кластеров сделали, 5 из них будет с этой комбинацией, и эти 5 кластеров перекроют затраты на ваши 10 кластеров. То есть другие 5 кластеров вы продадите уже в плюс. Так, вот такой вот у нас крафт-сетап. Тоже файл будет приложен. И посмотрите, чтобы все галочки стояли как у меня на экране. Так, крафт закончен. Да, получилась небольшая откруточка. На этот последний джевел у меня ушло больше 4000 альтов. Неприятно. Вот этот джевел, который вы сейчас видите, которого нет на трейде, я его за 7 диванов продал. Но, в принципе, результат какой-то есть, да. В общем, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про розыгрыш в Дискорде, о котором я вначале говорил. И всем подкруточки, чтобы у вас такого не было.